Чао, рагаци! С вами Виталий Колпин, это третий выпуск рубрики Bar Skills в рамках бартендерского клуба и Bacardi Martini. Мы с вами находимся в баре Al Capone, и сегодня я бы хотел с вами сосредоточиться больше на упражнениях с пальцами. Что ж, начнем, и я вам покажу сейчас пару упражнений, которые помогут вам укрепить ваши пальцы, плюс ко всему подготовить их к тренировкам с жигерами, с ложками и так далее. Вот. И первое упражнение, которое я бы хотел вам показать сегодня, это то, как разогревать, в общем-то, пальчики. Есть куча способов, как это делать, вот. Ну, покажу вам такие наиболее эффективные. Да? И первое упражнение, это, в общем-то, мы стыкуем пальцы друг к дружке, все вместе, каждый палец, да? Делаем сильный упор. Делаем сильный упор, пальцы не прогибайте. То есть делается упор именно так, чтобы пальчики друг на дружку смотрели и упирались. Угу. И делаем покачивающие движения примерно в 10 счетов. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше. Разгибаем пальцы и наоборот растягиваем по чуть-чуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. И так примерно раз 6. Дальше. Пальцы хорошо очень разогреваются, кровь приливает, и даже когда вам холодно и надо быстро согреться, можно очень быстро нагреть таким образом пальцы. Это раз. Второе, дальше. Знаете, такие различные упражнения, да? Дальше. Чуть разогрели пальцы и начинаем каждый палец растягивать. Растягиваем каждый палец. Чуть поактивнее, я просто образно покажу, да? Дальше. Растягиваем, допустим, можно использовать такое упражнение, да? Здесь вот запястье ставим пальчики и прокручиваем таким образом. Угу. Хорошо очень растягиваются пальцы у нас по ширине. Угу. Можно взять жигер, да, и таким образом тоже порастягивать пальцы в одну сторону, в другую сторону. После того, как разогрели пальцы, можете даже попробовать сделать то же самое движение, которое мы делали до этого, и почувствуйте, что даже проще будет делать то же самое упражнение. Так, теперь я покажу пару упражнений, которые помогают развивать не только пальцы, но и, в общем-то, мозги. Да? Итак, перейдем к первому упражнению. Ставим пальцы на барную стойку или на любую твердую поверхность. Вот, и дальше проверяем, что каждый пальчик по отдельности у нас работает. То есть нам нужно по очереди поднять каждый палец. Старайтесь сделать так, чтобы еще появился хоть какой-то звук удара пальца о ту поверхность, которую вы делаете. Угу. После этого, дальше, задаем себе какой-нибудь алгоритм работы. Допустим, на правой руке я задаю себе алгоритм работы. Указательный, безымянный, средний мизинец. Указательный, безымянный, средний мизинец. Указательный, безымянный, средний мизинец. И чуть-чуть поигрался так. Угу. Дальше, на левой руке то же самое. Угу. Да, наблюдайте за своими ощущениями, потом расскажете мне, что происходит. Теперь включаем в работу обе руки, да, и заодно потом расскажете про свои ощущения, как себя чувствовали в этот момент. Значит, мы создаем пары для наших пальцев. Это будет указательный, безымянный, правый указательный, левый безымянный, дальше левый указательный, правый безымянный. Угу. И можно чуть-чуть постучать по очереди. Угу. Чуть-чуть постучали по очереди. Угу. Следующая пара – это средний мизинец, ага, и средний на левой руке, правый мизинец. Итак, средний правый левый мизинец, средний левый правый мизинец. Угу. И тоже чуть-чуть поупражнялись с этим движением. Угу. Угу. Так, и теперь делаем по очереди. Сначала работаем указательный, безымянный, средний, мизинец. Я буду произносить те пальцы, которые я на правой руке поднимаю. И поднимаем одновременно пальцы на правой и на левой руке. Значит, указательный, безымянный, указательный, средний, мизинец, средний. Указательный, безымянный, указательный, средний, мизинец, средний. Угу. И чуть-чуть можно поупражняться с этим движением. Угу. Здесь не стоит торопиться, важно, чтобы движение соответствовало тому сигналу, который вы задаете. Дальше. И теперь можно сделать такое упражнение, например, на правой руке подряд пойдем пальцами поднимать, и на левой руке те пальцы, которые мы выбрали в пару.
То есть указательный, безымянный, средний, мизинец, безымянный, указательный, мизинец, средний. Повторили раз 10 это упражнение, понаблюдали за своими ощущениями. Вот, потом расскажете в комментариях, что и как было. Дальше. Здесь вы можете не обязательно, конечно, программировать свои пальцы таким образом. Можно по-разному совершенно делать. Можно, например, задавать указательный, мизинец, допустим, средний, безымянный, средний, мизинец, указательный. И в обратном порядке работать пальцами. Опять же, не стоит торопиться, делайте вдумчиво. Главное, чтобы понимали, какими пальцами в данный момент вы руководите. Я вам покажу еще пару упражнений, очень простых. Вот, значит, здесь мы показываем знак PIS, здесь знак OK, да, и меняем ручки. Угу. И опять. И меняем пальцы. То же самое можно делать с пальцами, например, большим пальцем по очереди касаемся пальцев руки. Да? Дальше, на другой руке делаем с противоположной стороны начинаем касание. То есть, если с правой, например, указательным, то левый мизинец. Левой рукой пошли вверх, правой рукой пошли вниз. Правой рукой пошли вниз. Да? И поехали по очереди. И потом делаем в обратную сторону. Угу. Дальше. Еще одно простое упражнение. Будем отводить пальчики в стороны. Да? Это указательный, дальше два пальца. И мизинец. Указательный, два пальца, мизинец. Указательный, два пальца, мизинец. Угу. Теперь поработаем с таким упражнением. Угу. То же самое поделаем с левой рукой. Теперь берем две руки. Ставим параллельно, тут ну, как угодно, как вам удобно будет. Вот, просто я показываю здесь так. Значит, ставим параллельно. Дальше. Правой рукой так разводим пальцы, левой рукой так. Угу. Дальше. Стыкуем. И наоборот. Теперь. Левой рукой так, правой рукой так. Угу. И еще раз. Угу. Здесь не стоит торопиться, сосредоточьтесь на том, что делаете. Я тоже с этим еще упражняюсь. Вот, не так просто. И можно поиграть в такую игру. Здесь, значит, разводим пальцы так, здесь асинхронно, да? Проводим, дальше. Меняем положение, опять проводим, дальше. Меняем положение, опять проводим. 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 Так, ну и зачем нам это нужно все-таки? Дело в том, что движение пальцев и кистей – это порядка 70% всей двигательной активности, за которую отвечает наш мозг. Эти упражнения помогут вам не только развивать пальцы, но и разминать голову и готовить ее к дальнейшим нашим движениям. Вот. Кроме того, могу вас уверить в том, что разминая пальчики, постоянно разминая и играя с этими движениями, вам гораздо легче будет осваивать любые движения с ложками, джиггером и так далее. Почему? Потому что в первую очередь как раз-таки пальцы – это сигналы отсюда. И еще хочу вам показать одно упражнение, которое, в общем-то, поможет тренировать именно силу пальцев. Вот, эта штука называется гироскопический тренажер для кистей. Вот, можете посмотреть в интернете, можете посмотреть в ближайших спортивных магазинах, в общем-то, он есть даже и в некоторых больших гипермаркетах. Вот, посмотрите, я думаю, что легко найдете. Значит, здесь обычно есть шнурочек такой специальный, но я уже там давно его потерял, вот, поэтому его нужно сначала хорошенько раскрутить и дальше раскручиваем этот гироскоп, угу. Раскручиваем наш тренажер. Вот, дальше. Вообще в целом он в большей степени, конечно, для тренировки кистей, вот, очень хорошо укрепляет кисти и мышцы предплечья. Но на самом деле можно тренировать что угодно, там и мышцы груди, и плеча. Вот. Но его также можно использовать для тренировки пальцев. То есть мы как можно дальше от ладони убираем гироскоп, угу, и продолжаем тренироваться. Вот, на одной руке и также на другой руке. Будьте аккуратны, не переусердствуйте, потому что действительно тренажер очень хороший и сильно забиваются мышцы. Но таким образом можно как раз-таки силу пальцев подкачать хорошенько. Эти все упражнения в дальнейшем нам помогут осваивать наши движения с ложками, джиггерами и так далее. Так что минут 10-15 в день будет очень продуктивно. Что, давайте приступим к движению, которое я хотел сегодня вам показать. В общем-то, оно очень простое. Вот, это вращение ложки вокруг пальца. Любой предмет, в общем-то, можно вращать. Можно и мадлер вращать, также вокруг пальца, да, и джиггер. Вот. Ну, я вам объясню на примере ложки, как это делать. Ну что, приступим и назовем это движение, условно, движение с ложкой номер 4.
Итак, что здесь происходит? Мы вращаем ложку вокруг пальца. Вот. Все очень достаточно просто. Здесь необходимо браться выше центра тяжести. Почему? Если мы будем браться ниже центра тяжести, то когда будем пытаться сделать движение, ложка у нас будет просто падать на пол. Мне приходится опять за ней садиться. А вот и я. Поэтому беремся всегда чуть-чуть выше центра тяжести. Фиксируем указательным и большим пальцем. Да? Дальше. Эти пальцы будут нам помогать подталкивать ложку. Дальше. Когда мы толкаем ложку, представляем, что весло двигается вверх. Именно вверх. Направляем движение именно вверх. Вот. Можно делать под углом чуть-чуть, даже будет проще делать таким образом. Вот. Здесь, значит, средний и безымянный палец помогают нам именно толкнуть ложку так, чтобы она двигалась вокруг пальца. Не старайтесь ее выкидывать там куда-то. Держим большой палец в стабильном положении. Вот. Значит, здесь мы толкаем, получается, безымянным и средним пальцем. Да, убираем указательный, раскрываем руку, и вращение идет вокруг большого пальца. Дальше. И фиксируем также пальцами. Угу. Это у нас может быть как самостоятельное движение, которое мы можем использовать в баре. То есть, допустим, берем ложку, делаем движение и пошли стировать. Да? Также это может быть продолжение нашего предыдущего движения, которое мы делали в прошлом выпуске. Помните, вращение ложки в пальцах. Здесь мы, значит, делаем вращение и приходим в такое положение. Не останавливаемся и продолжаем движение. То есть, в итоге получается вот такое вот незатейливое движение с ложкой. То же самое мы делаем, в общем-то, и с мадлером. Да? То же самое движение с мадлером. Да. Прошу вас хорошенько потренироваться, потому что потом оно нам дальше пригодится, чтобы выполнять различные такие упражнения. Угу. Дальше. То же самое делаем с джиггером. Вращение вокруг пальца. Опять же, не забываем, если мы джиггер держим левой рукой, то, соответственно, левой рукой больше и тренируемся. Значит, здесь у нас движение. Опять же, работает принцип тот же самый, указательный большой фиксирует. Дальше снизу подталкиваем свободными пальцами. Здесь как вам удобнее самим, здесь можно по-разному делать. Ну, мизинец и безымянный в основном помогают. Вот. Дальше направляйте движение именно вверх. Не на себя, а именно вверх. Именно вверх. Тогда и проще будет делать само движение. Угу. Угу. Значит, прошу вас тоже хорошенько потренироваться с этим движением, потому что дальше оно нам пригодится для вот такого вращения. Ну что, ребят, хороших вам тренировок. Вот, для тех, кто хочет больше найти упражнений с пальцами, например, да, можно посмотреть, как бы это ни звучало, но упражнения для инсультников. Вот, вы увидите очень много различных упражнений, которые именно для пальцев. Поэтому чем лучше работают пальцы, тем свежее голова. Спасибо, что вы с нами. Делитесь своими мнениями, комментариями, задавайте вопросы. Как всегда, я отвечу на них. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующем выпуске.